Напередодні прем'єр-міністр України Микола Азаров дав інтерв'ю телеканалу «Інтер». У ньому очільник уряду розповів про врегулювання відносин з Росією у газовій галузі, дорожню карту, яка усуне суперечності між нашими країнами у торговельних відносинах, ймовірність приєднання України до Митного Союзу та документи, що готуються до підписання у вівторок на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії у Москві. Ну, прежде всего, это дорожная карта по устранению разногласий между Украиной и Россией в плане торгово-экономических отношений. Вы знаете, что мы за последнее время потеряли очень значительный объем торговли с Российской Федерацией. Это более 50 миллиардов, если говорить в объемах. Это громаднейший объем заработной платы, громаднейший объем пенсионных отчислений. И поэтому Украина подошла к той черте, за которой необходимо договариваться. И вот, на мой взгляд, проделана громаднейшая работа, и сейчас вот такая дорожная карта окончательно будет представлена на рассмотрение двух президентов, и они дадут, будем говорить, зеленый свет к подписанию этого документа.